Зайти в игру, это уже лайк. Лайка стоит. А если я еще смогу побегать в этой игре, это уже это тупо подписка. Причем даже платная. Ай, Анна Пурурна. Жирный голубь произвел игру. Шо думает Эдит Пич? Финч, Пинч. Я обожаю, когда звук лагает. Подожди, кстати, а у меня все, у меня игра зависла. Ну, понятно. Не знаю, как я буду записывать эту игру, не спрашивай меня. Во-первых, алло, к тебе Таравиш, с тобой Хинади. Я не знаю, выйдет ли это видео на моем канале или нет, потому что я нашел эту игру в Стиме. Что мне сделать? Я сижу на скамейке. Эдит Финч. Я Эдит Финч. У этой игры было 98%. Моя семья никогда не казалась странной. Пока я росла, моя семья... Подожди! Я просто хочу начать с самого начала, с дома. Переверни обратно. Я жила тут до 11 лет, но в половину комнат меня не пускали. А юбилей... Как? Как читать? У этой игры было 98% положительных отзывов в Стиме, поэтому мне очень... Кто-то установил ограду. Сетки, но похоже, я была не первая, кто через нее перелез. Классно. У этой игры было 98%, насколько я помню, положительных отзывов в Steam. Я подумал, а почему, чем черт не шутит, почему бы не поиграть в эту игру? Я хотел вообще эту игру сделать без монтажа, сделать серьезное прохождение, потому что говорят, что тут отличный сюжет в этой игре. Он очень затрагивает душу. Некоторые даже заплакали. И шло тут до 11. Половину комнат меня не пускали. Возможно, я запишу только одну серию, прости меня, пожалуйста, потому что, вот такой контент, я сам не вытерплю просто. Я сам понимал, как тебе трудно смотреть мои видео, вот такие вот именно, с конченной графикой, с конченным звуком. Я бы сам не выдержал. Поэтому прости меня, пожалуйста, если я не буду проходить дальше эту игру. В почтовом ящике я нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». Я не была здесь со дня похорон моего брата Льюиса. Как далеко идти до почтового ящика, если так ненадолго прикинуть? Каждое утро ты просыпаешься, и ты в гору фигачит за почтовыми счетами. Моя мать оставила меня вместе с завещанием ключ и сообщила, что именно он открывает. Не сообщила, точнее. Я еще и читаю плохо. Может, она думала, что я сама догадаюсь, или считала, что самой тайны хватит, чтобы я решила вернуться? Я хотел сделать такое серьезное видео без монтажа, но я не знаю. Машины сюда очень давно не заезжали, но я не заметил несколько отпечатков копы. А ковбои, да, почему бы ковбоям не зайти сюда? Правда в том, что даже получив дом в наследство, я не думала сюда возвращаться. Да я бы сам не вернулся. Но теперь у меня были вопросы о моей семье, а я ответы знал только дом. Дом был в точности таким, как я его запомнил, и каким он мне снился. Архитектурных дел мастер здесь построил. Видимо, тут нет никаких ветреных погод, потому что вот на том кукушнике жить сверху, это жестко, по-моему. В детстве дом вызывал у меня тревожное ощущение, для которого я не могла подобрать слов. Главное, жабы не лагают, все остальное не важно. Теперь, когда мне уже 17, я точно знаю, что это было за чувство. Дом меня пугал. 17 лет, серьезно? Я побосрался в одиночку ехать сюда в 17 лет. Я бы и в 20, который мне сейчас 20, я наложил в штаны ехать сюда, если честно, в одиночку. Я бы если что нанял людей, да, чтобы они вместе со мной пошли в этот дом. В 11 лет пролезать в эту дверцу было намного легче. Ты сейчас, это что за дверца просто? Ты что за самбака? Симбернар у тебя живет? Панч? Электричество отключили в тончик, когда мы уехали. Окей. Вон, тут поменьше местности, хоть меньше лагает, это приятно. Может сразу вырезать все, что было до этого, и тупо зайти сюда? Впервые за несколько лет. Окей. Я чувствовал себя дома. Вообще приятно. Правда, от семьи остались только воспоминания. Объединенные чувства вызывает эта комната сходство между домом Хоббита и норой Рональда Уизли. Чем-то напоминает. Вот сам по себе структура дома, вот это вот нагромождение друг на друга, а в самом вот это вот пространство напоминает вот это вот убранство дома Хоббита. Скажем о том, как Льюис устроился на консервный завод, вскоре у всех уже просто тошнило от лосося. Все, кроме нашей кошки Молли. У вас даже кошечка была, как это мило. Стрельба был беспорядок, который мы оставили перед отъездом. Я так понимаю, мы должны понять, почему мы так быстро отъехали и все оставили. Моя мама была единственной, кто считал, будто прабабушка Эди согласилась жить в доме престарелых. Своя история была даже у камина. Эди рассказывала, что на него пошли кирпичи из самого первого затонувшего дома. Продержка Свен сделал для Барбары музыкальную шкатулку, как и все остальное в доме. Если он все это еще своими руками сделал, даже телевизор, это жестко. И все вот эти книги тоже он написал. Мама строго-настрого запрещала мне даже заглядывать в подвал, так что меня чуть не удивило, что этот ключ не подошел.
Чувствую, что мы найдем здесь этот ключ. Не может игра с рейтингом 98% понравившейся. Мама всегда не была оптимисткой, никогда не теряла веры в то, что мой брат Мильтер жив. Сколько тут людей, я пока ни одного имени не запомнил. Мама заперла все спальни после того, как пропал Мильтон. В отместку Эдди просверлила дверные глазки. Пока я ничего не понимаю, совершенно. Милтон, это брат ее, окей, будем знать. Самый первый дом построил Один, отец Эдди. А, это Один. Окей, Барбара. Барбара целых 2 года была юной звездой, пока Америка ее не устала. Грегори. Я считал, что в любом доме есть дверные глазки и запертые комнаты, куда нельзя входить. Ванная. Это ж ванная, подожди. Грегори. Причем здесь Грегори и ванная? Он в ванной спал. Мой дедушка Сэм на протяжении 7 лет делил комнату со своим покойным братом Келвином. Эдди Сэм, тут 2 подписи имени. Последний раз, когда я была в комнате Эдди старше, мне было 10. Я нарисовал мой портрет. Молли. Мне всегда казалось, что мы с Молли стали подружками, но только она умерла еще в 1947 году. Фильтр для Снапчата еще в 1947 году придумали. Я часто играл в комнате двоюродного дедушки Уолтера. Наверное, мама порой жалела, что не заперла ее. Я побосрался в такой комнате играть, серьезно. Люс рассказывал мне о потайных ходах, но ему не верила. Че, подойдет? Серьезно? Вау. А почему он так открывается по-китайски, а не в другую сторону? Как выяснилось, моя мама умела хранить секреты. Ручка. Теперь настало время узнать, чего боялась моя мама. А просто так через за книгу поднять эту дверь нельзя, да? Сейчас, глядя со стороны, может показаться, что у меня был план. Если честно, мне не кажется так серьезно. Что у нее со стороны спам, но не знала, что за той дверью. Окей, входим. Я вообще понятия не имела, к чему все это может привести. Сохранение. Это все привело к сохранению. Если я часто заглядывала в комнату Молли через дверной глазок. Теперь, оказавшись внутри, чувствовала себя так, будто шагнула в картину в стене. 13 декабря 1947 года. Дорогой дневник. Меня скоро не станет, но я хочу рассказать кому-то, что произойдет. Все началось, когда мама провела мне спать без ужина. Я проснулась очень голодной и начала искать, что бы съесть. Хомяка? А, не, вот клетка с хомяком. Корм для хомячка. Морковка. Корм для хомячка совсем высох, но я еще жевала его. Жесть. Полнейшая тыква. Конфет с Хэллоуин уже не осталось. Мне так жаль эту девочку, если честно. Да, я застрял. Мне жаль кормить ей корм для рыбки, но все же. Хотела даже съесть рыбку. Да ладно. Кристофера съесть, но передумала. Какая она маленькая! Я прям вспоминаю те времена, когда я тоже до зеркала не доставал. Я все ела и ела. Да ну нет! Серьезно? Я много чего съела. Они ж пластиковые, девочка. Так это ж я ей кормлю все это. Я мог и не кормить. Ах, самая популярная фраза в моем видео. Что-то не понимаю. Эта ласточка возвращалась в свое гнездо. Потянулась к ней. Серьезно, на цепи. Что-то странное творится. И вдруг... Я стала кошкой. Подожди. А как кошку звали? Рыба нравилась нашей кошке Молли. Что? Поэтому она дружила с Молли, потому что она была кошкой. Я была осторожной. Но птица очень испугалась. Так, на лесенку. Сюда. Еще никогда не был кошкой в видеоигре. Мама с папой на меня даже не заметили. А какие они старые? Мужик седой прям весь уже. Она уже начала уставать. Теперь я залезла на большое дерево. Я обещала папе больше не лазить так высоко. Но сейчас мне нужно было
было поймать... А, она ж кушать хочет, она птицу съесть. Я понял, я торможу. Я съел ее. И вдруг стала совой. Сначала было только ветер. А потом услышала, как в траве постукивали чьи-то зубки. Я едва подняла ее. Давилась и все равно не могла остановиться. Вдруг стала акулой. Я скатилась с обрыва, упала в океан. Это океан, да? Теперь я была как никогда голодна, по идее. Я хотела толстого жирного тюленя. Да тюлень! Подожди, а где я? Что это за место, где водятся тюлени? Я схватила намертво. Она была такой колонной, что выпрыгнула из воды. Когда открыла глаза, все изменилось. Теперь я стала чудищем, чуяла людей. Я одноногое существо? Что это такое? Я думала, я вообще змея. Оказалось, Ктулху. Я была большой, но двигалась очень тихо. Очень тихо, невероятно прям. Я просто сожрал его. В одну калитку. Одним махом. А, мы в кусе все. Я хотел остановиться, но не могла. Как ты не услышишь, что дверь открылась? Люди кончились, ты все хотела есть. Я почуяла что-то новое там вдалеке. Именно то, чего я хотела. Туда я поплыла. Я плыла по песку, приятный запах завел меня в старую трубу. По идее, это как осьминог должен быть какой-то большой. Ну, на присосках. Но почему он одной только щупальце лазит? Ну, понятное дело, что... Моя комната. Была уже близко. Серьезно, моя комната. Я сам себя сожру сейчас. Крутила и урчала. Во многих животах, то есть много желудочков. А кто это? Ну, осьминог же, пойди. И вдруг я снова стала с собой. Я надолго задержал дыхание, но ничего не услышал. Я думаю, он ждет, пока я усну. Но долго ждать он не будет, ему нужна еда. И мы оба знаем, что я буду очень вкусной. Не знаю, верили я все это, но я была убеждена, что Эдди поверила бы. Я пока закончу здесь эпизод. Спасибо тебе огромное за просмотр. Люди, которые спонсируют мой канал, хочешь попасть в список этих людей, ссылка на донат в описании. Спасибо тебе огромное за просмотр. Удачи и... Пока.